По меньшей мере 79 человек стали жертвами ударов молний в Индии за сутки. В большинстве случаев люди гибли во время работы на полях, где их застала непогода. Больше всего жертв в штате Бихар. Там стихия унесла жизни более 50 человек. Сообщается, что число жертв может вырасти. До региональных властей медленно доходят сведения из отдаленных районов. Синоптики в ближайшее время улучшения погоды не ожидают. По официальным данным, ежегодно от ударов молний в Индии погибает до 2000 человек.